привет. Едем на дачу. Давно мы там не были. Вот сейчас ездим, вот посмотрим, что там у нас есть. Наверное, все заросло. Что, Аня покосит? Аня сейчас покосит, вон сзади говорит. Саше пока нельзя, проблемы со здоровьем. Вот. Добрались мы до дачи. Бабочка. Бабочки тут летают. Слушайте, ребят, ну не так тут много и травы. В принципе. Да, скажи. Когда я гуляла, ну там у нас дома, я это, поймала с голыми руками бабочку. Красава. Зато яблок, смотрите, сколько. Ага. Капец, не капец. Уже наступать, что, такой срач. Я подминать не буду. Да. Подметешь, Диан? Нет, я же тебе сказала, я не буду подметать. Слушай, посмотри, тут есть нормальное яблочко, вот смотри. Вообще он. Ой, смотри, какой сочный. Вот сочное яблочко, красиво. Ой, нет, у него синяк. Бутылка валяется, что-то тут все. Где бутылка? Так, ребятки, взяли мы крылышки куриные. Сейчас я их помыл, будем их мариновать и пожарим мы с вами. Как я их делаю? Я их сначала закидываю в уксус. Сейчас уксус разбавим. Угу, ништяк. Выливаем. Все, пусть они у нас настаиваются минут 30, чтобы такие кислиночку придали им. А это у нас под вторую партию. Будем мы коптить. Поперли. Так, друзья, тоже добавим уксус. Давайте попробуем. Угу. Нормал. Вливаем. Все, пусть у нас все это мясо маринуется. В общем, вот эту дресню всю мы сливаем. Нам нужна соль посолить. Нормально так посолить их. Сейчас чуть-чуть перемешаем их. Теперь возьмем специи. У меня тут остались специи из Крыма. Привозили. Сейчас мы их добавим. Крымовские специи подошли нам дорого. Во. Сколько я яблочко принимаю? Давайте помешаем. О, нет. Вот еще добавок. Так, добавим майонезика. Я просто люблю с майонезиком. Особо много не будем, так чуть добавим, помешаем. Все, эта партия у нас пойдет с вами на жарку. А вот эта партия пойдет на копчение. Если что, дорогу там освободим, чтобы прокатить там. Угу. Вот, что, специи они? Так, ребята, пойдем сольем водичку с уксусом. Посолили. Помешали. В общем, идет подготовка коптилочки.
Сейчас мы тут почистим, подмоем. Так, ребята, коптилку почистил, малец. Что нам надо? Нам нужна щепа. Или щепа, кто как говорит, ольха. Высыпаем в водичку чуть-чуть, чтобы она разбухла. Влажная была. Ну, побольше нужно. Угу. Все, пусть она настаивается, впитывает в себя воду. На это еще побольше. Минут 5-7 где-нибудь. Так, так, теперь высыпаем эту щепу в коптилочку. Ну, червивая. На дно. Днище. Днище, пердище. Так. Все, высыпал. И я еще добавляю сухой ольхи также. Не знаю, правда, для чего, но... Ну, добавляю. Если да, вы знаете, как лучше сделать, коптить, напишите мне комменты. Я буду рад почитать. Так, теперь мы аккуратненько ставим вот этот поддончик под жир, там всякую фишку, дресню. И нам сюда надо решеточку. Решеточку кладем. Все. И выкладываем наше мяско. Все, друзья, положили мы нашу птичку в коптилочку. Закрываем крышечку и пойдем с вами разжигать мангал. Так, есть от яиц такая херня. Кладем. И у меня есть досочки. Так, костерчик у нас разгорается. Потихонечку. Коптилочку мне уже принесли, поставили. Здорово, Диан. Проходите, мадам. Пока у нас крылышки коптятся, мы с вами быстренько пожарим вторую партию. Ох, хороши. Ну, еще чуть-чуть, я вижу, надо. Прям чуточку. И все, и будет вообще тип-топ все. Смотрите, какие красавцы. Выложили крылышки. Начинаем их обжаривать. Так, давайте их снимать. Ух, красавцы. Посмотрите, посмотрите. Супер. Поехали. Перевернули крылышки. Сейчас поджарится. Будем пробовать. Так, что-то у нас тут все подгорает. Давайте покрутим. Итак, у нас уже дело подходит к концу. Часть уже прожарились, часть еще нет. Сейчас буду потихонечку их снимать. Посмотрите,
Какие красавцы! Копчененькие, а это жареные.